Друзі, ми повертаємося до нашої ранкової бадьорої студії, і я вам серйозно зараз скажу як чоловік. У нас прийшла зараз гостя. По-перше, вона неймовірно виглядає, тобто ви вже розумієте, що концентрація краси, жіночої елегантності та шарму зараз зашкалює. По друге, у неї неймовірне почуття гумору. А по-третє, зустрічайте. Ірина Дюденко у нас сьогодні в студії. Доброго ранку. Доброе утро. Да. Доброе утро. Так. Ну що, давайте поговоримо про основні тренди, які зараз у нас в моді. Вы имеете в виду на сегодняшний день в одежде или для успешных женщин? Я или для... что вы так. <laughs> а, мене цікавить, от, я люблю дивиться, дивитися на успешных женщин. Mm -hmm. Вони завжди Они всегда просто идеально выглядят. И вот мне цікавить, как им это удается. Идеально, идеально в воображении мужчин. Или ну, так. идеально в среде. Это, напевно, Максим сказал, потому что женщины видят по-другому. Но, зазвичай, успешные женщины, они выглядят красиво, эффектно. Вы знаете, мне очень нравится, когда женщина выглядит эффектно. Почему? Потому что, во-первых, она себя увереннее чувствует, она хороша и привлекательна, она нравится в обозримом варианте и, соответственно, привлекает внимание. Если человек привлекает внимание, Значит, он может достигнуть э, хороший результат в своей деятельности, в своих каких-то проявлениях и завоевать, в общем-то, среду определенным образом. Своей Безусловно, если женщина хорошо выглядит, она чувствует себя более уверенно. Что такое хорошо выглядит? Это ухоженность женщины. Это не просто э, яркая или модная одежда, это не только макияж, это не только прическа. Это должно быть гармоничное сочетание, то есть единого образа, который включает и прическу, и макияж, и одежду, и это все должно быть и комфортно, и гармонично. И самое важное, это должно соответствовать. Рідє, в которой она находится. а як щодо от ідентифікації, от я знаю дівчат, які можуть не фарбуватися, можуть футболка оверсайз там штани оверсайз, але вони так виглядають, така подача. Чтобы просто втрачаешь сведомость. Понимаете, на сегодняшний день вот был тренд э, оверсайз вот в последнее время. То есть это одежда, которая выглядит на несколько размеров Меньше, больше. Так. И бы, э, как бы с чужого плеча, как бы так. типа даже мужской размер и так далее. Но это было комфортно, это было удобно. И на сегодняшний день к стремительности времени, активности жизни и решения проблем в короткий промежуток времени нужно много успеть. То есть это как бы было логично и в общем то это пробы fashion и такой тренд он был сейчас он уже как бы отходит в прошлое. но при этом э, девчонки и девушки молодые, которые находились вот в таком образе, они были более агрессивны, они были более подвижны, они были более активны, соответственно привлекали внимание их харизма зашкаливает, потому что есть еще помимо одежды эмоция, Взгляд, да. мимика, речь, жесты и манеры. Хочется от запытать, э, оверсайз уже нас покидает, так? Да, я думаю, что это уже отходящая тема. Угу. А что приходит ему на замену? Ну, во-первых, сейчас, конечно, прослеживается возврат цветовой колористики, стилистики 60-х. Угу. Явно на подиум, то есть яркие цвета появляются, зеленые желтый, активный, моноцвет, монокомплект одежды. В данном случае я вижу, вы в курсе событий. <смех> да, <смех> да. Это однозначно. Есть определенные силуэты стилистики 80-х. Это прослед... прослеживается в формах конструктивных, соответственно, и в цветовом решении. То есть мода цикличная, поэтому, знаете, мне как человеку достаточно опытному, я могу так сказать, конечно, вот дежавю. Я сейчас встречаю формы, цвет, цвет колористика и конструктив, очень, который возвращается с 80-х, когда у меня была пиковая карьера. Ирочка, скажи, пожалуйста, а можно вот так вот, вы уже анализуете, так, когда в какие годы, что было? Чи можно проанализовать, что будет дальше, после этих яскравых кольоров, Моно, как вы кажете, и 80-х, и 60-х? Ну, трендсетры и, в общем-то, специалисты, которые занимаются так. развитием моды, которые отслеживают уличную моду, стрит-фэшн, угу. и черпают свои, с одной стороны, идеи и идеологии с улиц, с прогрессивной молодежи, которая позволяет себе всевозможные слияния, я имею в виду, образов так. и приемом. С другой стороны, есть цикличность. В Развитие. Конечно, сейчас, э, если этот год еще обозначили там фаворит желтый и серый, да, сезон на летний период, весенний-летний период, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, мне кажется, э, в зависимости от качества жизни, вот если сейчас у нас было все-таки пространство более замкнутое, мы да. все находились в замкнутом пространстве, образ жизни, работа, общение, ну, в связи так. с э, соответствующими условиями. Да, условиям, и да. Так. Я думаю, что сейчас всплеск, конечно, будет яркости жизни и красоты, потому что Точно это выскочало. обратное, да, это вот как маятник. Качнулся, понимаете? Нас в определенные ограничения поставили, значит, мы все были замкнуты и, в общем-то, находились в минимальном общении, там семья с семьей или работали как бы небольшими группами для того, чтобы, как бы, приостановить вот распространение вирусной инфекции. Это понятно. Мне кажется, сейчас будет всплеск, и цикличность тоже будет. Я думаю, что после яркости и насыщенности все равно захочется еще вернуться к женственности однозначно. Женственность значит это обязательно талия подчеркнутая и сейчас это прослеживается силуэт, а с подчеркнутой да. талии обязательно. Длина может быть варьироваться от мини до миди. И это красиво, и наполненность юбок, и красивая линия плеча расширенная, она сохраняется, потому что подчеркивается форма груди, скажем так, и талия присутствует. То есть ну, все, что вызывало восхищение и наполняло нас красотой. Так, а какие зараз тренды у женочих заческах? Ну, я не специалист по женским прическам, я очень много с этим сталкиваюсь. Зачиска, и она такая: знаете, э, э, те кудри додаете какого-то такой до вашей хары, шарму. Шарму знаете, шарм. Это Ну, вы знаете, вот 80-е были объемные формы, Памятаем. круглые, такие вот, знаете, как-то пиарное искусство mm -hmm. вот шары, вот особенно если это афроструктура или мелкие кудри В момент вот стилистика диска если так порыться в энциклопедии узнать что это такое и соответственно были объемные прически то есть знаете хочется какой-то фривольности хочется свободы хочется легкости и хочется эффекта перемен потому что я часто хожу с стрижками на прямых волосах теперь немножечко длина у меня отросла длина моей стрижки и пока я думаю как быть дальше вот вариант накрутки на электро некоторые щипцы очень даже спасают. Так, мне хочется, вот знаете, зараз, э, мне пощастило в данном случае, потому что передо мной две невероятные девушки. И мне хочется с вами вот сделать образ идеальной бизнес-леди. Вот как вы думаете? Давайте, давайте начнем с, например, юбка. Это должна быть юбка-карандаш? Или какая она может быть? Знаете, мне... Очень всегда вызывает такой вопрос, почему идеально? Бизнес-леди. Я думаю, uh... что, наверное, бизнес-леди может иметь выбор, да, uh -huh. даже юбка. Юбка карандаш, да, это, uh -huh. в общем-то, стереотип определенный, присутствующая длина до колена, середина колена, чуть ниже колена. Самое важное знать четко свою пропорцию, uh -huh. потому что если мы берем говорите ювка карандаш там длина до середины колено но если это не высокая женщина или наоборот высокая у каждая есть своя красивая линия до колена середина колена или ниже колено и каждая женщина должна Смайл. это знать так и Поэтому юбка-карандаш может присутствовать. Может присутствовать и расширенный силуэт, когда явно есть акцент на талии, и расширенная юбка. Пусть это будет полуклеш, пусть это будет, э, может быть, больше объем. В данном случае э, карандаш – юбка с элементами каких-то складок, потому что это комфортнее, когда женщина быстро передвигается, когда она сидит на каких-то конференциях, когда она должна как-то наклониться какое-то да, э, пространство для того, чтобы шаг был шире, чтобы красиво положить ногу на ногу, чтобы не трещали здесь швы и не поднималась юбка, и не было вот этой небрежности, что ей некомфортно, неудобно. Поэтому при юбке-карандаше могут присутствовать какие-то складки. Или сзади присутствует шлица, или складка сзади, или с одной стороны складки. То есть это вариации юбки-карандаша. Да, это красиво, да, это сексуально. Не надо не забывать, что Помимо идеальной бизнес-леди, женщина должна все-таки быть сексуальной, не вульгарной. Так, я отвечу, чому саме идеальная, Потому что, ну, это мое субъективное. от когда я вижу, коли гармоничный образ, ну, это идеально. Ну, це... правильно. И вы, между прочим, не всегда акцентируете, как человек идет, да? Вам человек нравится, так. у вас вызывают эмоции, у вас есть радость общения, потому что есть блеск, есть контакт энергетический, и вы не рассматриваете, как он идет. Так. Для вас это единый образ, и вам он приятен, комфортен, вам приятно смотреть, и вы хотите общаться, хотите смотреть мало того, вы получаете положительный заряд энергии. Поэтому, наверное, в данном случае вот такой идеализированный образ, да, это можно назвать идеальным как бы для мужчины. Так. На самом деле, безусловно, бизнес женщины на сегодняшний день может себе позволить и юбку, и брюки, угу. и платье с жакетом, и брюки с жакетом то есть костюмное образ, mm -hmm. варианта да. Может просто блуза быть или красивый как бы оформленный жакет. я сразу сразу хочу mm -hmm. запитати, какие, например, есть там пять речей, умовно, от яких можно танцевать далі в своем гардеробе? Основа, от что точно должно быть, что легче соединить с пиджаком, с хустинкой, с mm -hmm. шалью? Ну. Я поняла. Ну, однозначно, на сегодняшний день вот стремительность жизни и активность требует все-таки наличия в гардеробе брюк. Брюки могут быть разной формы. Это могут быть клиш... клиши, да, вот да, возврат да. к 70-м Это могут быть широкие вальяжные брюки типа пижамных, с одной стороны, mm -hmm. или широкие вот от бедра прямые на величину стопы прямые брюки. Это могут быть ровные совершенно брюки классические со стрелками, заглаженные, как ну, и я положено. На да, однозначно, без проблем. На сегодняшний день еще вот возврат был вот брюки бананы, когда это не спортивная форма одежды. А брюки-бананы, когда заканчивается брючина, сбор на манжет или какой-то манжет с застежкой так, и так, так далее. Да, стилистика возвращается, это 80-е годы брюки-бананы. Брюки. Да, брюки окей. однозначно, самое важное, эти брюки должны быть хорошо, конструктивно сделаны под вашу фигуру. Пропорция, рост объемы, высота талии, длина ноги, ну и плотность бедер. Это все нужно учитывать, чтобы брюки подчеркнули ваши преимущества и снивелировали ваши недостатки. Класс. Це однозначно. Ну, безусловно, несколько блуз, несколько рубах. Зараз мужские рубахи, рубашки э, була в мене которые... непевна історія, коли чоловік хотів э, відвести на склад одягу, який в нього є. Рубашку. Я кажу, слухай, лише, будь ласка, мені вдягнула під сукню і виявилось так класно і вільно. И она может быть свободной и с платьем, и, да. и с брюками, и с курткой, и внутри, и сверху. То есть вариации разные. Самое важное, чтобы женщина знала хорошо свои пропорции, что ее выгодно подчеркивает, то есть делает более стройной и привлекательной. Потому что когда многие копируют э, образы очень эталоны, да, комплекс, да, очень хотят быть похожи на каких-то известных актеров, представителей эстрады, там лидеров политики и так далее образы которые являются прогнозируемые гаджетами как бы ведомыми да за собой и не оценивает себя и не анализирует себя свои пропорции конечно это комично смотрится. Брюки, рубашки, блузы, юбки могут быть в гардеробе. Могут быть маленькое черное платье, но, безусловно, это классика, наверное, вечно. А спасибо. Да, спасибо, как у Шанель, потому что это платье, действительно, как я всегда говорю, 24 часа в сутки и 12 месяцев в году, но актуально. у меня теперь такой момент. Что у человека должно быть? Прям. Сейчас я добавлю, а. еще. обязательно все-таки жакеты женские или, как говорят мужчины, пиджаки, так. тоже в гардеробе, это очень стильно. И можно человечи. Можно, можно, можно. А то есть пиджаки это очень хороший да, да, жакет, ситуации, женский так? жакет, это очень хороший элемент, который всегда он придает и деловую характеристику, он и придает элегантность, он придает стиль. Мало того, можно и скрыть то, что ты не хочешь демонстрировать. У меня теперь просто одне маленькое вопрос. Где мои рубашки и где мои пиджаки? Я сейчас просто не понимаю. Она так посміхається. И все-таки хочется повернутися до мужчин. Так. Мастхеву такого набора. Что у мужчин должно быть? Понимаете, вот мужчина, мне кажется, надо больше раскрепоститься, потому что вот эта социалистическая история, которая тянется на уровне, на, я думаю, генном еще. Что костюм рубашка, галстук, и это все обязательно, ну, в лучшем случае снять галстук, расстегнуть рубашку, и якобы уже появляется какая-то вальяжность вольяр... и свобода. Но я считаю, что мужчинам нужно раскрепоститься по цвету, больше выбрать себе возможности, можно быть ярче, если мы говорим об успешных деловых мужчинах. Опять-таки же, есть какие-то штампы и стандарты, что принято, какая обувь, какие костюмы, какие рубашки, какие жилетки. Есть трикотаж такая форма хорошая, одежды трикотажные, пуловеры, жилеты какие-то, вальяжные джемпера и так далее. Есть куртки, которые точно так же могут быть вот смесь между мужским пиджаком и курткой. Многие дизайнеры предлагают такой вот совместный продукт, когда в пиджаке присутствует там нижняя какая-то куртка, капюшон, и с замками нижняя подстежка. То есть я считаю, что нашим мужчинам однозначно нужно раскрепоститься и в общем если есть такая возможность, конечно, лучше обращаться к идшмейкерам, специалистам, которые, ну хотя бы подберут гардероб. Вы знаете, очень много работают над гардеробом специальные люди, так. я же говорю, имиджмейкеры, которые собирают комплекты одежды. Вот у женщин это, ну, зайдите в Инстаграм, это совершенно сейчас, естественно, один минус, что эти стилисты и имиджмейкеры, они все имеют соответствующую подготовку образовательную и стилистически грамотную, да, то есть это на свой вкус. То же самое и мужчинам надо уметь комплектовать, уйти от стандарта жизни в футляре костюма. Mm-hmm. Есть и шорты, и брюки разных форматов, есть и спортивный вариант не только для отдыха, куртки, а в общем-то и повседневной жизни, плащи вальяжные, тренчкоты, пожалуйста. Одним словом, не бояться а и экспериментовать. Я думаю, да. Я думаю, да, не бояться ни клеток, ни полосок, не бояться ярких тканей. Точно так же у мужчин, ну подиумы сейчас вообще такие провокационные Нет, на сегодняшний так. день мужские, так. и даже спор идет вот в Фейсбуке и в Инстаграме, в общем, обсуждают, потому что сейчас как бы мужчины очень женственны на подиуме. Юбки позволительно, розовые цвета позволительно, желтые, розовые, зеленые, яркие, юбки, шорты и так далее. Платки, в конце концов, были даже вариации. На по... Да, 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 что в О, мужских коллекциях были платки. Но, опять, да, это неожиданно, но я всегда говорю, ребята, нельзя же принимать вплотную, что это нужно взять и надеть на себя и выйти на улицу да есть определенные группы есть определенные э, как бы культуры в которые позволяют допустим мужчинам быть более э, активными яркими и неординарными если мы говорим о бизнес-стру структурах И так далее. То есть это вариант, это элемент предложения, да. Некоторые меньшинства, может быть, защищают свои интересы и с другой стороны хотят проявить свою, как бы, индивидуальность. Но я к чему хочу обратиться? Понимаете, мне всегда нравится. Вот в природе все самцы ярче, эффектнее и, и красивее сам. Ну там мужчинам треба завоевывать вот это. Поэтому мужчин, да, женщина должна завоевать. Так почему же эти самцы, которые яркие в природе, почему-то в жизни бизнес и в обычных наших Класс. социальных э, кругах, стараются быть, в общем-то, более скромными в цвете, в форме, в проявлении себя? Да, есть аксессуары, которые там, добротные, дорогие, качественные, там, часы, обувь, какие-то уж галантерейные изделия. Но почему одежда не может быть такой же э, яркой, индивидуальной, ну, я не говорю кричащей? Это надо продумывать, и в общем-то над этим нужно думать. У нас не так много ярких эффектных мужчин да. наблюдается в обществе. И это точно. Вот вы згадали про аксессуары. На вашу думку, какие аксессуары вот ну, добрый, не наибольше, а вот из, из формату must have у человека повинні быть. Oh, вы знаете, ну, по крайней мере, надо как-то думать насчет куш чтобы она не была традиционно классическая, там, когда-то вот как-то приклеились эти барсетки, да? Ну. No, <laughs> это, это, я, я смеюсь. Yeah. А сейчас вариант всевозможных форм рюкзаков, вариант э, сумки через been. плечо, портмоне. Они же все тоже преобразуются уже из обычного маленького портмоне, который клали в задний, извините, карман, брюк. Yeah. Сейчас они превращаются в более крупные. Это уже, в общем-то, мини-компьютер и мини-рабочий стол. Это портмоне. Так. На сегодняшний день для мужчин. Значит, форма тоже. Цвет, кожа, пропорция, в какую сумку положить, как красиво держать, какое оформление. Если присутствует ли металл, присутствует ли инкрустация какая-то, кожа гладкая или кожа, в общем-то, выработана нетрадиционно, то есть какие-то есть, скажем, объемные сумки То есть это тоже имеет значение, это тоже проявление личности, понимаете все, что на нас одета, чем мы пользуемся, это собственно наш внутренний мир. Просто и нельзя жить в футляре, я еще раз, раз говорю. Постійно, важливо, так? Да. И мы завжди думаем, ну не все, но велика частина людей думает, а что скажут люди, если, например, втянуть той самый яркий пиджак, или uh -huh. втянуть например, какую-то красивую сукню, яка тобі лечить, а ты эмоционально не готова до того, uh -huh. як на тебя люди отражают. Как быть в таких моментах? Ну, Во-первых, самое важное, нужно четко знать ситуацию, обстоятельства, куда ты собираешься. Так. Что позволительно, да, есть какой-то протокол, допустим, с одной стороны, В зависимости от площадки, куда ты двигаешься, в ту группу социалье, куда ты собираешься э, одеться, выйти и быть в этой группе в общем-то интересным. Не обязательно провокационным, не обязательно эпатажным. Но ты был, должен быть интересным и при этом проявить свою индивидуальность. Правильно об этом речь? Так. То есть, конечно, бытует... Я считаю, это стереотип, что скажут люди. И вообще, чтобы выглядеть как все. Это пережиток на сегодняшний день. И вообще, мне кажется, если ты готов быть личностью, нести за себя ответственность и быть белой вороной в плане, если ты Ведь этого чекаешь, хочешь, так. чувствуешь, требуешь сам личность хочет по своему мировоззрению быть ярче и свой индивидуализм проявить в одежде, пожалуйста. Единственное, я говорю, это должно быть уместно. То есть блестки, блестки уместно, неуместно, яркость уместно, неуместно. А с другой стороны, если не описан протокол, допустим, дресс-код, не прописан на мероприятии или место работы и так далее, то можно проявлять себя вот в выборе одежды, которая тебе гармонична твой образ цельный, не то что там классная рубашка, она стильная, она с каким-то рисунком, с какими-то яркими цветами или еще, ну я имею в виду проявление, а все остальное остается серый футляр костюмчик, простые брюки, простой поясочек и все остальное остается. Да, нужно думать над каждой деталью и собирать комплект и образ это тоже, знаете, я считаю, это игра. Мы в детстве как бы играем в какие-то воображаемые истории, которые должны с нами произойти, путешествия, представляем себя кем-то. Подождите, о чем мы забыли это во взрослом возрасте? Я имею в виду в зрелом. Мы же в детстве всегда имитируем, и мы не знаем, мы познаем, допустим, во время так. процесса игры, там, со сверстниками, родители какие-то истории рассказывают. Мы себя ассоциируем. И мы на себя примеряем эти так. образы. Когда мы становимся старше, у нас уже есть какой-то опыт, мы попадаем в среду. И вот самое, ну я считаю, это всегда пагубно влияет, да, что другие подумают. И в этой среде как бы придерживаться вот этих незримых э, основ, да, стандартов. Да, это смелость быть вне стандарта но при этом быть лидером за собой вести надо экспериментировать конечно да. надо экспериментировать да. однозначно при том знаете я всегда совет даю вы можете экспериментировать слава на сегодняшний день удобно гаджет сфотографировал сложил картинки, листаешь и, и смотришь на О, себя ну, со это. стороны. Да. Нравится, не нравится. Ты же примеряешь на себя свое внутреннее состояние, свой внутренний мир нужно выразить через внешнюю оболочку. Да. Класс. Это и порада была. И... Дуже вам дякуємо, тому що насправді весь ефір був корисний, і глядачі, напевно, зрозуміли, що найважливіше – чути, відчувати себе і не боятися експериментувати. Ні, не боятися однозначно, пробувати і завітувати, ем, знаєте, е, не бути схожими на свій круг тільки. Треба виходити за рамки комфорту, з однієї сторони, експериментувати і вместе з тим все-таки ем, брати якісь консультації у спеціалістів. Так, важно. Делать для себя фото зарисовки, потом анализировать. Если сам не можешь, обратись к специалисту, тебе подскажут, как это скомпоновать. Но всегда общество, понимаете, любит неординарные вещи. Мы обращаем внимание, если эти неординарные образы гармоничны и нам нравятся. Так. Мы, может, сразу на себя не можем примерить то, что, допустим, носит другой индивидуум. Но это же нас привлекает. Так. Так что мужчинам надо, мне кажется, как и в природе, заняться тем, чтобы быть более выразительным, и более ярким, невзирая на свою занятость, невзирая на свой образ жизни. И, наверное, вот знаете, вот это вот разделение. Мужская компания, женская компания. Да, это все прекрасно, но нужно уважительно относиться друг к друг другу, то есть чтобы эти компании перемешивались, и это было бы обогащение. И энергиями, большинство, да. Більшості чоловікам, за рамки виходити це корисно. Конечно, конечно. Потому что, ну хорошо, я понимаю, в офисе, допустим, на каких-то конференциях, конгрессах, совещаниях есть дресс-код прописывается. Но вы же имеете еще время для какого-то отдыха, для каких-то увлечений, для посещения каких-то мероприятий. Вы можете выйти за рамки протокола своего бизнеса? Абсолютно, mm -hmm. Про те мало кто может делать. Очень назад. мало, очень мало. Я же говорю, расстегнули рубашку, сняли галстук, все, он уже вальяжный. Да ничего кола... подобного. Вальяжность даже не пахнет, потому что не нет. Ну, знаете, еще помимо одежды я обязательно хочу об этом сказать. Есть вещи, манеры, культура поведения, культура речи. Вот, понимаете, мы мало сейчас об этом говорим. Да, много разговоров там в плане разных. Языков, а культура речи как таковая, она або предкресливая, або дискриминует. Вот Потом, на сегодняшний вот... день очень ярко это проявляется, и меня всегда немножечко это э, гложит каждый раз, когда это очень выделяется. То есть важно, чтобы цельность личности проявлялась вот во всех составляющих категориях. Потому что да, можно быть красивым дорого одеты, дорого, да, как-то общество считает, что дорого одеты, это значит уже в общем-то стильно. Ничего подобного. А ведь и роты Да, роти, говорите, да, 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 да. И все, да. И все это понимают, и к сожалению прослеживается это не только в обычной жизни, я имею в виду в социальной среде, а к сожалению и достаточно у тех категорий людей, от которых зависит развитие нашего общества. Так, ми з цим згодні. Да, дякуємо да, вам. нашим глядачам. Нагадаємо, що в нашій студії Ірина Дюденко, стиліста модель, і ми обговорили який же ж він образ успішної жінки.